Она с одного чемпионата мира, первенства мира, привезла две медали, одну золотую, одну серебряную. Выступала в составе сборной России по джиу-джитсу. Правильный захват, контроль дыхания и тактика боя. Одинцовская спортсменка одержала победу на первенстве мира по джиу-джитсу. Юниорка уже не в первый раз приносит медали в спортивную копилку клуба единоборств. Лена Авдеева заняла, соответственно, первое место в разделе «Файтинг» и второе место в разделе «Неваза» – «Борьба в партере». Победа, она, в принципе, важна. Не только для спортсменки, не только для тренера. Победа важна в нашей организации, а это спортивный клуб «Моя система», важна для того, чтобы спортсмены подрастающего поколения, жители нашего города видели, что наши спортсмены, спортсмены города Одинцово, выступают на самом высоком уровне. Для Елены это не первые соревнования. Ранее она выступала по дисциплинам самбо и дзюдо. Ежедневные тренировки и упорная работа над собой – секрет спортивного успеха, признается девушка. Я считаю, что вообще самое сложное – это настроить себя именно на победу. Даже если ты проиграл, встать и идти дальше. Не огорчаться. Цели на будущее поставлены. Елена готовится к новым соревнованиям и мечтает стать тренером. Подрастающее поколение с восторгом смотрит на награды и стремятся к таким же высоким результатам. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».